Всем привет, друзья! Меня зовут Оля, и в сегодняшнем видео я хочу показать, как сделать вот такие розы очень легко и быстро. Здесь две формы лепесточка. Давайте приступать, я вам все расскажу. Из заготовки 3,5 на 4 сантиметра я врезаю круглую форму лепестка, складываю вдвое заготовку. И растягиваю посередине довольно сильно. Верхний край при этом получается закругленный. И вторая форма лепестка делается по-другому. Шпажкой верхний угол, любой, можно правый, можно левый, я очень хорошо и сильно закручиваю. Аккуратно вытягиваю шпажку, чтобы лепесток не раскрутился. И немного растягиваю тоже посередине. Ну и теперь сама сборка. Наношу клей и вклеиваю проволоку. Плотно скручиваю. Все остальные лепестки я приклеиваю по кругу, но уже не скручивая сильно. Буквально немножко, тем самым формирую бутон. Чем больше лепестков, тем пышней и объемней будет выглядеть ваш бутон. Если вам нужен только бутон, то оставляете только эту форму лепестка. Бутон готов. И теперь следующие формы, следующие лепесточки. На первый лепесток я наношу клей только лишь наполовину. Это нам нужно для того, чтобы последний лепесточек подклеить под первый. Таким образом роза будет выглядеть законченной. У нее все лепестки будут идти по кругу. Точно так же все лепестки клеятся по кругу. И последний лепесток мы подклеиваем под первый. После того, как подклеили последний лепесточек, не забудьте склеить и первый. И теперь чашелистик. Из заготовки 5 на 5 сантиметров я вырезаю что-то вроде заборчика, делаю зубчики. Подкручиваю, немного растягиваю. И приклеиваю к нашей розе. Вот так за пару минут получается интересная роза. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока! До новых встреч!